пришли на стадион Славия, Прага, Эден Арена. Но на трибуну саму не пройдем, там все закрыто. Зашли вот в магазин сувениров. Добрый день. Умбра. 790 маленький халатик. 790 крон. Крон. 790 крон. Тысяча рублей шар. Тысяча рублей на русский. Жесть, славя. 450. Шар 60. Маленький, маленький. Кружки, бокалы, свечи даже. Так, добрый, хорошо. Бонусы. Бонусы, я прискочил. Так, рынок за поводника. Рынок за поводника. Да, я люблю, не беру. Тысяча. Корон. По смысле, я рисал. Полболышка неплохая. Бонусы. Да. Рынок фалле Петра Мручепица. Тапочки. А, любите было, пожалуйста. Это русский. Славе про 400 крон. Вот мужские трусики. Хорошая кожа, хорошая. Хорошая кожа. 500 крон. 2000. Прикольный ремонт. Угу. И уточки плавучки. Фанаты кто? Да, последний пивка взял, вам на солёк. А это чё, птичка, что ли? Ну, просто коробочка. Для бутерброда. Взял с собой бутербродики. Что там дальше проходить? 90, 900, 900 крон, 2700. Почти 2000 крон. Tady byl takový váš kamarád Honza, ale má úplný. To byl normálně démon fantom. Jsem v životě začal za 15 let, takže budu být ten den. Teď jsem se podělal, co jmenoval. No, mladím to spolu. Jsi tam dva titěrové? Ne. Jo, to byl Pavel Mále. Oni jsou takový, a mohli byl Franto seznamu. Jo, a vždycky přišel, a já říkám, no to se není možný. Marketing tohle, takže vám psala holám, jste se posílali, asi pak tam chtěli mít sumočky. A pak už měl nějakou kartičku postovou. Jo. Надо полоски синий с красным, синий с красным поменять. И будет наш флаг. Как вы мягкий.
Да? Ого. Прикольно. 600 крон. Это одеяло, наверное. Пледа. Пледа. 500 крон, 1500. А это одеяло 900 крон. Наверное, вон они и висят. 900 крон, прикольно. Наверное, вон и висит, нет? Не знаю. Так что вот так вот. Пойдем пройдемся вокруг стадиона.